В этом фильме вы узнаете, почему каждый рядовой шторм средней силы теперь станет для Сочи стихийным бедствием. Кто из ученых еще в 2008 и 2014 спрогнозировал разрушение дамбы и не ошибся в сроках? И почему, и в какие сроки реализуется самый негативный из всех возможных сценариев развития событий? Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Имеретинский район Сочи уже стал визитной карточкой новой России. И его успех, либо неуспех, навсегда в народной памяти связан с именем нашего президента. Поэтому каждый чиновник, от кого что-то зависит в этом процессе, должен понимать, что рано или поздно расплата за его действия либо бездействие наступит. А еще мы покажем, какую некондицию завозят для отсыпки пляжей. И объясним, почему, кроме вреда, от этого нет никакой пользы. Поэтому закрадывается мысль, не отмывание ли это денежных средств. Пляж, который является главной достопримечательностью нового туристического района Сочи и основным элементом берегозащиты, смывает в море по ряду причин, главными из которых являются блокирование потока наносов новым морским портом и размещение в прибойной зоне откосной дамбы. В процессе подготовки к Олимпиаде было принято явно антинаучное решение. Со стороны ученых сделано все возможное, чтобы облагоразумить ситуацию вплоть до писем президенту. Тем не менее, проектировщикам и застройщикам были выбраны организации, не имеющие опыта реализации проектов на море. Допущены все возможные и невозможные ошибки, а также ошибки, о которых даже невозможно было представить. Пятая часть нашего фильма о таких ошибках. В конце прошлой серии Алексей и Татьяна побывали и сняли для нас новый, небольшой участок деградации пляжа. Он находится вдали от места, где разворачивается основная трагедия, а именно улица Цимлянская, кафе «Веселое», кафе «Магеллан» и «Арфа-отель». В 2016 году именно на этом участке было сделано следующее видео, которое я вам обязательно должен показать. Оно вам о многом расскажет. Данное видео нам предоставил видеоблогер Владимир Кимаев, за что ему огромное спасибо. Известняк, глина, галька, аргелиты. Это вот уже смыло. Привезли, это уже смыло в море. Гробка такая. Наталья Николаевна, добрый день. А будьте добры, прокомментируйте, что здесь происходит вот в районе совхоза «Россия». На данный момент здесь якобы происходят берегоукрепительные работы. Как мне сказали, что будет потрачено, засыпано на нашу набережную более 50 тысяч кубов вот этого берегоукрепительного материала. Здесь я сразу поясню. Перед отсыпкой, которая идет сейчас за спиной у Натальи Николаевны, берег местами выглядел так. Материала. Значит, на мои вопросы, откуда его берут, мне сказали, что это берется с Красной Поляны, с реки Кепша. Да, мы знаем, там намывные илы и все остальное. Но вы прекрасно видите, сегодня прошел дождь, еще не дошел шторм. Посмотрите, какая грязь. Представители нашей адлерской администрации сказали, не переживай, 2-3 дождя, 2-3 шторма, и будет все нормально. Успокойтесь. Не лезьте, это под личным контролем губернатора. Вот мне хочется задать вопрос, губернатор вообще в курсе, что здесь происходит? Ну, кто землей укрепляет берег? Вопрос. Вот на моей памяти это уже третья засыпка. На моей памяти третья засыпка, вот пляжа, да, скажем так. Вот не подсыпать, например, полгода, что будет на этом месте? А я поясню, что он имеет в виду. Если не подсыпать полгода, пляж почему-то смывает в море. И оголяется ростверк, так называемой защитной дамбы. Пляж,
который существует в жизни, в природе, мы можем дальше проехать около 100 метров. Имеется в виду пляж на юго-востоке у самой границы с Абхазией, который остался нетронутым строителями. Там нет наклонной дамбы. Он сохранился в первозданном виде. Его ширина 70-80 метров. И сюда отродясь не завозили гальку КАМАЗами. Здесь, кстати, можно увидеть остатки старой советской дамбы, насыпной, которая не требует дорогостоящего частого ремонта. Если вы сюда приедете, вы сможете представить, каким был Имеретинский пляж, все его 7,5 километров от устья реки Мзымта до устья реки Псоу. Около 100 метров. Что такое пляж? Это во время шторма накат волны. Что сделали изначально ГК «Лимстрой»? Почему говорили, вот вы противники, вы против? Мы не были против. Накат волны был, есть и будет. То все равно будет это все разбиваться. Они же украли 50 метров этой набережной. Эти слова я хочу проиллюстрировать данным снимком. На участке начинается строительство дамбы. 2013 год. Здесь вы видите торчащую арматуру. Это залитые буронабивные сваи упорного пояса дамбы. А это как раз те самые 50 украденных метров, про которые Наталья Николаевна говорит. А теперь посмотрим на этот же участок в программе Google Планета Земля. Сдвигаем движок на 2013 год и переносимся в 2013 год. Что мы здесь видим? Мы видим участок частично построенной дамбы, участок пляжа в первозданном его виде. А эти снимки, или точнее сказать, строительные схемы, были выловлены местными жителями в море после шторма. Красными линиями обозначено место, где будет построена набережная. Деньги наши народные угробили миллионы, миллиарды, не была разбита, и чтобы не было позорища перед всеми странами мира, что делать? Да не спасают. Во-первых, мы прекрасно видим большую ошибку. Берегоукрепление было сделано речное, потом его переделывали на морское, а теперь мы отсыпаем. У нас денег очень много. У нас очень много денег. Я считаю, что должны отсыпать галькой, но не грязью. Но это же не решение проблемы. Она никогда не закончится. Ведь и там не закончится на Кепче, и здесь не закончится. На наших глазах вот сейчас смывает берег. Вот, пожалуйста. Так вы посмотрите, сколько машин. Вы посмотрите, сколько машин. И это земля. Землей кто укрепляет берег? Это даже не смешно. Тратят бензин. Ну вот нам платят зарплаты. На мой взгляд, это просто сейчас, да, тот дым, который они вывозят, просто засыпает, море смывает опять сюда в каньон. Вот конечно, что я вижу. Каньоны, про которые говорит Владимир, выглядят так. Это карта. Красным обозначена дамба. На данной трехмерной модели можно также разглядеть дамбу и в левом верхнем углу фрагмент стенки морского порта. Каньоны уходят на глубину 600-1000 метров. Засыпать каньоны теоретически можно, но для этого нужно превратить в щебень пару Кавказских гор. Информация такая, что засыпаться еще будут 20 дней. Все. Итак, на этот участок потратили 50 тысяч кубов. Это 5 тысяч КАМАЗов или почти 1000 железнодорожных вагонов. А результат? Все стало еще хуже. Обратите внимание на росчерк внизу, слева. Видите ступеньку? Эта ступенька ниже на 2 метра. То есть люди стоят более чем на 2 метра ниже, чем здесь стояла Наталья Николаевна год назад. Точно так же оголялся росчерк дамбы напротив Олимпийской деревни в 2013 году. Вот первый результат подобной тактики спасения пляжей. Что же горе-спасатели делают не так?
почему, несмотря на гигантские объемы отсыпок, пляжи продолжают исчезать? Машин. И это земля. Землей кто укрепляет берег? Это даже не смешно. Тратят бензин. Ну вот нам платят зарплаты. На мой взгляд, это просто сейчас, да, тот дым, который они вывозят, просто засыпает, море смывает опять сюда в каньон. Вот конечно, что я вижу. Конечно. Давайте разберемся, что ж такого понимает Наталья Николаевна с Владимиром, чего не могут понять горе-спасатели пляжа. Перед нами чистый природный галечный пляж. Уровень моря обозначим как уровень 0. И так набегает волна. В ту же самую секунду, как только волна оказалась на пляже, она начинает отфильтровываться сквозь этот пляж, и эта вода плавно возвращается обратно в море. Кинетическая энергия волны равна масса волны умножить на скорость в квадрате, деленная на 2. Если масса уменьшается, кинетическая энергия тоже уменьшается. Таким образом, натуральный галечный пляж погашает кинетическую энергию волны. Вот она у нас уменьшается. И в итоге остается небольшая масса воды, которая потеряла свою скорость, но набрала определенную высоту над нулевым уровнем. Теперь она не обладает кинетической энергией, но зато обладает потенциальной энергией, которая пропорциональна ее массе и высоте над уровнем моря. С каждой секундой ее масса уменьшается и стремится к нулю, а соответственно и потенциальная энергия тоже уменьшается. Если не вся масса волны отфильтровалась и какая-то ее часть начинает обратное движение, то кинетическая энергия этого обратного движения будет незначительная и с каждой секундой будет тоже уменьшаться. Энергия прямой волны гораздо больше, чем энергия обратной. При выполнении этого условия галька не смывается в море, а удерживается на берегу. А пляж намывается, если имеется источник выполнения гальки. А теперь представьте, что поверх чистой гальки насыпали слой, содержащий глину. Так как фильтрация сквозь такой пляж невозможна, ее масса остается постоянной. Ее кинетическая энергия не гасится, она просто преобразуется в потенциальную. Такая волна катится дальше по пляжу и набирает больше высоту. Потенциальная энергия воды в этот момент очень большая. И она пропорциональна массе, в высоте и углу наклона берега. В своем обратном движении волна наберет почти ту же скорость и кинетическую энергию, что была у прямой волны. Волна превратилась в маятник. Весь наш пляж и без всякой волны под действием собственной силы тяжести пытается сползти вниз, в море. Каждая его галечка в отдельности испытывает силу тяжести и ее составляющую, направленную вниз по склону. А тут еще накатывает мощная, быстрая обратная волна, гидродинамическая сила которой, складываясь с дельта F тяжести, перемещают гальку в море. Этот процесс продолжается до тех пор, пока весь материал, содержащий глину, не будет смыт на недосягаемую для волн глубину. В случае с наклонной дамбой этот процесс не прекращается никогда. Вот почему эту дамбу нельзя называть берегозащитной. Ее можно назвать берегоразрушающей или пляжесмывающей. По какому-то злому року три страшнейших ошибки объединены в одном проекте. Каждая из них в отдельности способна погубить любой проект, а здесь они умножают друг друга. Перекрытие потока наносов теоретически можно скомпенсировать завозом гальки. Но любое ее количество, сколько бы вы ее ни привезли, будет тут же смыто наклонной дамбой.
Завоз некондиционной гальки лишь создает иллюзию спасения. На самом деле просто перемалывает бюджетные средства. Красным цветом показаны участки, где море полностью поглотило пляж и вплотную приблизилось к дамбе. Каньоны тоже не стоят на месте. За очень короткий срок они местами вплотную подошли к берегу. В 2018 году край выделил 141 миллион рублей на ликвидацию последствий шторма в Сочи. Теперь каждый средний по силе шторм – стихийное бедствие. А ведь еще в 2014 году ООО «Инжзащита» проводила комплексный мониторинг имеретинской низменности и сделала вывод, что в период с 2018 по 2019 год дамба будет разрушена в нескольких местах. Тогда же было рекомендовано организовать перемещение гальки с устьевого бара реки Мзымта морским транспортом с использованием плавучего крана с грейфером. Конечно же, ничего из этого сделано не было. Продолжаются эксперименты с экологией, отпугивающие туристов. Недавно стало известно о планах чиновников заставить аварийные участки берега тетраподами. Все специалисты, доказавшие свою компетентность на практике, от дела устранены. Такие как, например, Владимир Михайлович Пешков. Их смещали с должностей за критику существующего проекта. Писались письма, доклады, статьи. Чтобы хоть как-то достучаться до общественности и чиновников, были написаны две замечательные книги. Как вы думаете, прочел их хоть кто-нибудь из тех, кто распределяет миллионы? Если оставить все как есть, если позволить чиновникам делать то, что они делают, будет реализован самый негативный сценарий. По расчетам Владимира Михайловича Пешкова, берег отступит на 100-150 метров уже в ближайшие 10 лет. Дорогой зритель, если ты досмотрел до этого момента, то ты поймешь, о чем пойдет речь в этом письме. То, что мы видим на берегу моря Имеретинской низменности, я бы назвал памятником варварства современной России. Из обывателей мало кто понимает, о чем идет речь. Но для специалистов это плевок в душу. Я уже не говорю, что финансирование, проектирование и строительство осуществлялось из бюджетных средств. То есть каждого из нас, похоже, к этому все привыкли. Сразу отмечу, что со стороны инженеров, научных работников и других творчески направленных специалистов было сделано все возможное, чтобы облагоразумить ситуацию, вплоть до писем президенту. Сам лично давал интервью и подробный расклад дел по проекту «Инженерная защита Имеретинской низменности» корреспонденту РБК, но тема в эфир так и не пошла. И причина понятна. Исключались все возможные издержки, конфликтные ситуации и другое вокруг предстоящей Олимпиады. Собственно говоря, этой ситуацией грех было не воспользоваться. И ей воспользовались. И воспользовались дальновидно, с перспективой освоения бюджетных средств на эксплуатационные расходы. Не знаю, кому как, мне понятно одно, что грамотные, экономически целесообразные решения невыгодны, а зрелые, опытные, самостоятельные специалисты не нужны, поскольку не допускают постороннего влияния и подобных ошибок. Надеюсь, в свете перемен появится возможность обратить на это неприкрытое воровство внимания и привлечь к ответственности, пока стихия не разрушила до конца явные свидетельства преступления.